Парни молодцы, потому что сыграли, выложились по полной. Много кто из них болел на этой неделе. Кто-то провел только вчера первую тренировку, кто-то 2-3 тренировки провели. Сейчас вирус в команде был. Поэтому очень многим было тяжело. Они уже говорили, что в первом тайме после 20-й минуты вообще было очень тяжело. Поэтому делали замены в перерыве и потом в начале второго тайма. Так, молодцы, хорошо играли, держались до конца, могли сыграть в ничью. Сделали пару замен во втором тайме. Ингуху было тяжело, было видно, что он минут 20 сыграл, потом уже все, силы закончились. То же самое у Кендрука было. Он уже в первом тайме говорил, что ему очень тяжело было. Поэтому сразу после перерыва его поменяли. Поэтому вышли свежие ребята, немножко освежилась игра. Но опять жарко, на искусственном поле тяжело. Мы тренируемся на натуральном, Батэ тренируется на искусственном. Поэтому нашим было вдвойне тяжелее из-за того, что у них еще после болезни были.